Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Холла-болла, представляю ваше внимание, Рич Бирдс, который невозможно ни ввести деньги, ни пополнять ничего. Оно только требуется 100 рублей для активных рефералов и других инструментов. Сегодня у нас в выпуске многие любители рубрики компьютера колонки SPC-110 модель. Цена, компактность, нормальный и внешний вид при подключении наушников через разъем на колонках, постоянно громкий фоновый шум в наушниках, может это брак конкретного экземпляра. Для офиса самое то, так как аудио выхода, да, компьютерной мощные громкость колонок девать некуда, включаю на самый минимум, звук вполне чистый, регулярной громкости регулируется именно громкости и стерео абсолютно нормально работает. А теперь необходимо переходить коротко о товаре. Так, коротко о товаре — это то, что связано с колонками. То же самое, как и по всем моделям, эти короткие от товара и характеристика, функция и интерфейс, акустика и другие. Читаем. Короткое, и я рассказываю, и читаю. Короткое от товара компьютерной акустики стерео. Суммарная мощность 1,6 ВТ. Однополосные колонки. Материала корпуса колонок пластика, диапазона часто 220 тысяч ГЦ. Разъем для наушников, подробные характеристики, основные характеристики. Типа 2.0. Суммарная мощность 1 ВТ. Цвет черный и белый. Материал корпуса фронтальных колодок, сателлитов, пластик, диапазон воспроизводимых частот 220 ГЦ. Опыт отношений сигнал, шум 70 дБ.
функциональные возможности. Питание от сети интерфейса, ленивый выход стерео, есть разъемы, мини-джак есть. Разъем для наушников есть, акустика, количество полос фронтальных колонок 1, мощность фронтальных колонок 0,5 ВТ, размер динамика фронтальных колонок 1,50-90 мм. Дополнительная информация. Размер фронтальных колонок Ш, В, Г. Ш 60-70 мм. В 174 мм. Г 85 мм. Работают и издают звуки. Индикатор питания горит. Ручки управления громкости купится и работает. Включаются на кнопку сохода в 1 сантиметр, случайно даже сжатие не получится. Горит левый канал на всех наушников. Может быть, что частные случаи, но Monster Beats Studio легли самыми первыми. После первого прослушивания музыки пришлось выкинуть встроенные громкоговорительные подключения к оставшемуся усилительно старую автомобильную акустику Pioneer TC-X150. После 2 часа достройки плагина кроссовер в плеер. Подобная настройка квайлайзера аудиокарты. Мне все-таки удалось получить основные звучания для офиса, самые до для домашнего прослушивания. Советую брать что-нибудь покруче. Звук явно на уровне 200 рублей. Рискнул, предложил, что наушники за 200 рублей с таким звучанием. Басы, пусть очень трудно, но уловимые, но есть звуки из-за для большинства телефонов, а точно хуже будет дизайн, приятный материал корпуса и в черном цвете. Очень даже стильненько. Достаточно громкие для своих габаритов танцевать. Не факт, что это получится. Но как фон для живленного фуршена в кабинете, в пример, вполне. Звука, конечно, не идеально за такие деньги. Понятно, что стоит от басов. У вас трястись не будет. Но разве кто-то покупает эти колонки как альтернативную сабвуферу? Если есть лучший вариант, за такие деньги буду рад узнать о нем. Искренне хочу спросить у вас, что вы думаете. Ну, на эту тему. Напишите, что вы думаете об этих колонках в комментариях. Обязательно ставьте лайки. Вот такой у нас получился видео, видосика. Но необычно, не очень интересно. Вас был Данил. Давайте пока-пока-пока. И Сонадора.